Это 8-й выпуск школы видеоблогера. В этом выпуске я с вами поговорю об идеях для видео. Идеи для видео — это очень важно, так как вы должны понять, на какую тему вы будете снимать видео, какая у вас будет тема для видео. Если вы летсплейщик, снимайте летсплеи. Если же вы бьюти-блогер, снимайте бьюти-видео. Если же вы какой-то другой видеоблогер, то снимайте и видео именно на эту тему. Я не бьюти, не летсплейщик-блогер. Я видеоблогер и снимаю разные видео, абсолютно разные, без ограничений, там, например, бьюти или летсплеи, теги, холы и так далее. Я видеоблогер и снимаю разные видео. Вы должны выбрать, на какую тему вы будете снимать видео, какая тема вам нравится. И да, хочу сказать, что если вы не можете придумать идею, то посмотрите в интернете. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, я вас очень люблю.